Вот смотрите, вот что сейчас, вот на сегодняшний момент, сейчас сколько, 11 часов? Или полдвенадцатого. Полдвенадцатого, господин Орлов, посмотрите, что творится. Вот что дает печка, вот эта вот течь по всей крыше, потолки, вот потолок сейчас, вот буквально сейчас отвалился. Посмотрите, что творится, до какого состояния у нас сейчас электричество перемкнет. Да, вот он, так и все. Никому абсолютно до этого дела нет. Никто за это не отвечает. На наш дом было выделено 3 миллиона. Куда эти деньги делись, непонятно. Какому чиновнику на карман они пошли, неизвестно. Господин Орлов, мы просим вас подключить генеральную прокуратуру.